Доброе утро, Саратов! В эфире рубрика «Утренний объезд». И сегодня мы знакомимся с улицей Пугачевской, 157. На проезжей части улицы наше внимание привлек открытый, но в то же время прикрытый канализационный люк. Дополняет всю эту живописную картину фекальная труба, торчащая прямо из люка. Во время съемок нам удалось застать рабочую бригаду, которая пыталась справиться с происходящим. Здравствуйте! Скажите, что здесь происходит? Как качает воду. Тепловая камера заполняется. Соседи, 157. Приезжают, откачивают. По словам очевидцев, еще неделю назад здесь был потоп, однако местные уверяют, что авария произошла еще осенью и до сих пор является причиной неудобств. Рубрика «Утренний объезд» работает очень хорошо, потому что прямо на наших глазах уже не в первый раз все меняется к лучшему, устраняются разные неполадки и прочее. Как только люк закрыли, тут же появилось одно парковочное место. А еще такая вот интересная свалка обнаружилась на этой улице. Надеемся, что и сейчас прямо за нашей спиной появится вдруг машина мусорная, увезет все баки, и тут станет чисто. Юлия Нестеренко, Анатолий Милосердов, «Открытый канал».